Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем серию Night Posthumous Prod Miss. В общем, это платный заказ, трачок с SoundCloud'а, но текста нет, я не нашел текст, к сожалению. В целом, впервые вижу этого человека, в целом, впервые вижу, как бы, название, обложку, ну, короче, и да. Хочу сказать, что когда человек отправлял донат, он написал: «Привет, можно реакцию на фигню?» Вот так вот. Это VIP-реакция своего рода, поэтому, если вы тоже хотите заказать VIP-реакцию, как этот человек, даже на любой трек SoundCloud, или вообще в целом на любой релиз, релиз, неважно, то ссылочка на Twitch в описании, там есть ссылочка на донат Alerts, все внимательно читайте, донатите, кайфуете, ждете. Вот. 400 рублей на фигню есть. Ну, у человека, да, видимо, есть 400 рублей на фигню. Ну, вот так вот бывает, что мы его судить не можем. Вот. Я что думаю, что... А я не знаю даже, что думать. Ну, 4 минуты длится трек. Хуй знает вообще, что это может быть. Бля. Давайте слушать, что это такое. 4 минуты, 400 рублей, VIP-реакт. Реакция на фигню. Слушаем. К сожалению, текста нет. Женщина. Английская женщина. Понятно, да, почему нет текста. New молитва type жанр, да. Бро, 400 рублей на что? На вот это? Как это оценивать? Это не бусти, потому что тут лейбл ничего не забанит. Это Unreleas. Я могу спокойно на YouTube выложить. Бля, вообще интересно жанр. Это
Охуеть. Сберкот мне пишет. О, боже. Ну, слушай. Я не знаю, что это... Подожди. Шугейс, блядь? Вы хотите сказать, что это шугейс? Шарю за шугейс. Бля, сюда бы Магнолию, он бы пояснил нам Ньюгенчиком. Сюда бы Магнолию, он бы нам Ньюгенчиком все прояснил. А, так вот, подождите. Подожди, вот и текст, нет? А, реально, тут все это время текст был. А че я такой тупой? Или это не текст? В любом случае, его там хуй разберешь, да? Ебать, если посмотрел реакцию на G-Manifest, ебать, ты похудел. Похудел имеется в виду сейчас? Я раньше был толще. Ну, стресс, все дела. На мефедроне сижу. Так, короче, смотрите. Я хочу текст почитать. Жалко песня для таких неудачников, как я. Я снял маску, чтобы показать тебе мои настоящие эмоции. И теперь ты убегаешь от меня, чтобы найти, кем я был. Первая четверка, я в ахуе. Пиздец. Я помню твой голос в моей голове к тому времени, когда это станет недействительным. Тем не менее, я чувствую твои руки на моей груди. Ты осознанно считаешь мое сердцебиение. Я ищу замок с воспоминаниями о нашем прошлом. Хочу войти, но здесь никого нет. И эта закрытая чертова дверь не могу видеть сквозь призраки нашей любви, которая сгорела в этом месте. Блять, в совокупности со звуком такой текст я в ахуе, блять, полном. Хочу, чтобы твое тело было под моей кожей. Я хочу все и хочу. Я снял маску, да, видел. Меня больше нет здесь. Как долго мне придется ждать, чтобы исцелить мою внутреннюю боль в моем хрупком сердце? Куда ты ушел? Под полом. Моя кожа здесь не крутит. Че, сегодня такой чат токсичный был? Так вы всегда токсичите на меня. Я всегда ради вас. Делаю контент, стараюсь, а вот стрим по платкам делаю, да, между прочим, а вы меня вот ненавидите, хуесосите, оскорбляете толстым. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Вот и думайте головой. Короче, бро, это пиздец. В этом есть свой вайб, это прикольный трек, может это действительно шугейс, я не шарю. Честно, я не шарю за шугейс абсолютно. 4 минуты очень мрачного вайба. Здесь капа вообще непонятно, она стоит как-то, блядь. Ну, я не знаю, короче. Она становится уже инструменталом, блядь. Вот она буквально уже на работе. В совокупности вот такого тяжелого реально звука с текстом, если ты его слышишь, и ты его понимаешь, и ты его чувствуешь, это пиздец, какой, блядь, трек просто для Роскома, нахуй. Да похуй, Лидера Килла включай. Пиздец. Нет, это не пойдет на Бусти, потому что вот... я на Бусти загружаю только потому, что лейблы ругаются зарубежные на реакции, на видосы. А тут, по сути, это анрелиз, это же на SoundCloud, он ругаться не должен.
Так что это будет на Ютубе конкретно. Но это пиздец. Спасибо большое за заказ. Вот и такую музыку мы тоже здесь слушаем. И такую музыку мы тоже разбираем, блядь. Так что заходите на стримы и донатьте. Да, вот VIP-реакт, блядь, прикиньте, вот такой, нахуй. Почему он запретил лейблам своим на YouTube заливать? Я так хотел реакции на два. Нет, кто-то типа Флома просто любую зарубежку на Boosty делает, потому что он там ее, у него платный Boosty. Кто-то типа меня на Boosty, потому что там лейбл ругается. Но это не гейт виноват, это лейбл сам. Это про такие правила. Кто-то сливает Boosty Флома. Реально? Хуя себе. Вот. Короче, спасибо, бро, большое за заказ. Так это ИТВ было на основателе. А, ну значит, да. Ну там все там просто такие правила. Я не знаю, у них всех там такое. Ну, очень редко, когда такого нет. Да. Да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанок Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.